Говорит Москва. Советский космический корабль «Восток» совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза. Летчик-космонавт сообщил, приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею. Татьяна Юрьевна, требуется ваша консультация. Мне нужен профессионал, который спасет героя. Послушайте меня внимательно. Вы привезли пассажира из космоса. Он внутри вас. Вы слышите меня? Хотите совет? Уезжайте к себе в Москву, пока можете. Вы чувствуете это существо? А я и есть это существо. Я герой Советского Союза. И я не для того все это пережил, чтобы сдохнуть здесь. Я хочу домой. Я должен выжить. Помоги мне, Таня. Группа реагирования туда. Вишнякова не стрелять, ее ликвидировать.